Ну, по кругу. Села Левицькому Прокопію Гавриловичу, що помер у 1907 році. Потрапив пам'ятник у фундамент у 30-ті роки минулого століття. Сам Прокопій Гаврилович у 1893 році був представлений настоятелем місцевого храму та одночасно викладав у приходській школі закон Божий. За талановите викладання священник був неодноразово відзначений. Петровича Даценка пам'ятник було реставровано та встановлено на території місцевої церкви. На освяченні пам'ятника був присутній двоюрідний внук Левицького Ігор Євгенович Левицький, який вкратце розкажу історію свою, мою історію, як я попав на эту землю к вам, в это замечательное село Биевце. И как получилось так, что был найден и восстановлен памятник с помощью жителей села, с помощью отца Ивана, низкий поклон отцу Ивана, огромно проделана была работа и физическая, и духовная. Кратко о себе. Я инженер теплоэнергетик, всю жизнь проработал на стройках Украины, в атомной энергетике. И как-то не досуг было думать, вспоминать о том, кто мы, откуда мы, где наши предки. Однажды сын лет 8 тому назад нашел старую фотографию, где
фотографировано это 1936 год, 1940 год, где сфотографированы дедушка, бабушка, мои родители и родственники. И спрашивают меня: папа, а кто это? И я, как дань тому времени, я пожал плечами: ну, это дедушка и бабушка, вот, собственно говоря, все, что я ему мог сказать. Прошло время. 2 года тому назад у меня родилась внучка. Я закончил свою трудовую деятельность, вышел на пенсию, и у меня здесь что-то пробило. То есть у меня появилась возможность, я понял, что надо попытаться изучить, кто же мы, откуда мы, кто мы такие. И я начал заниматься зимой этого года. Я пошел в архивы, я пошел в библиотеки, я начал работать с документами, начал работать с людьми, очень интересными, замечательными людьми. И так в процессе течения зимы я выстроил вертикаль до 1811 года. Отцом Прокопия Гавриловича был Гаврил Иванович Левицкий, который в 1811 году был рукоположен, или рукоположен, неважно, в село Смольчинцы. Это недалеко от потом вспомним. То есть это, ну, 30 километров, может быть, отсюда. Этот регион у Гаврила Ивановича было 11 детей. И Прокопий Гаврилович был пятым ребенком в этой многодетной семье. Все его старшие братья пошли по священнической линии, как и он сам. Закончил Киевскую духовную семинарию и в 1020 лет он
1843 года рождения. И в 20 лет он был направлен в село Матусиев. Это Черкасская область, недалеко от Шполы, где учительствовал 2 года. Он был учителем, и после этого по достижению 22 лет его рукоположили в священника в село Малая Смеленка. Это там же недалеко от Черкасской области, тоже недалеко от Шполы, где он женился и проработал там до, прослужил там до 1885 года. После этого он был переведен в село Ковалевка. Это Васильковский уезд, где также работал и учителем, то есть учительством, и был приходским священником в Ковалевской церкви. После 1890 году Прокопия Гавриловича перевели к вам в село Биевце, где он продолжил обучать детей и был настоятелем церкви села Биевце. Вот примерно краткая география перемещения Прокопия Гавриловича. В процессе своей деятельности он, я не буду сейчас по годам называть, если это кому-то интересно, у меня записано, но он был много раз отмечен епархиальным начальством. Он был награжден набедренником. Он был награжден скуфью бархатного цвета, фиолетового цвета. Он был награжден камелавкой. И много имел благодарности, официальной благодарности со стороны епархиального начальства. То есть
это говорит о том, что это был не только уважаемый человек и деятель у прихожан и в селе, но и на своем поприще он занимал достойное место, потому что времена были очень сложные, когда начинаешь читать исторические документы и архивные документы. Это было и юнеатство, это были проблемы и польско-литовские, московские коллизии. Сложно было всем, и священникам в частности, а как личного плана, а у них еще была забота заботиться о своей пастве, о их, о душах их. Что я еще хотел сказать? Еще один интересный пример, вот я припоминаю. В селе Ковалевки это связано с тем уникальным событием, на котором мы сейчас присутствуем. Уникальным я не побоюсь этого слова, потому что, еще раз повторюсь, мне в процессе вот моих исследований, а я занимаюсь своим родовым деревом, мне пришлось встречаться с кандидатами исторических наук, с докторами, профессорами, с исследователями, профессионалами, которые пишут о церкви, которые знают очень много о церкви, которые выпускают замечательные книги. Кстати, есть эти книги, есть и у вас в библиотеке. И всем, кому я говорю, что найден памятник, надгробие, все удивляются, у всех зажигаются, все удивляются, все поражены, не может быть, нет такого прецедента, никто не знает. У нас в Украине, во всяком случае, это однозначно. То есть мы свидетели, я не буду говорить чуда, но во всяком случае уникального события. А в селе Ковалевка, когда Прокопий Гаврилович служил, у него тоже был один уникальный случай, тоже беспрецедентный. Дело в том, что в 1890 году
даже в 1888 году один из жителей села Ковалевки очень тяжело заболел. У него отнялась левая сторона руки и ноги. И он несколько лет беспомощно находился, прикован был к постели. Ничего не мог сделать. Это был, как говорят в Украине, я извиняюсь за свой украинский и русский, потому что я родился в России, я прожил в России, и меня с языком немножко проблемы. То есть это были заможные люди, у него были средства финансовые. И он уехал в Афон, и 2 года он там провел в Андреевском монастыре. В этом монастыре находилась икона Пресвятой Богородицы. И однажды, когда ему было совсем худо, к нему пришел голос и сказал: помолись Пресвятой Богородице, и тебе станет легче. Он подняться уже не мог, его отвели к иконе, он помолился и вышел оттуда на своих ногах. Это все описывает Прокопий Гаврилович. Потому что этот человек приехал в Ковалевку и привез копию вот этой иконы. И Прокопий Гаврилович обязался каждую пятницу править службу по этому поводу. И своему епархиальному начальству составил донесение по этому уникальному событию. Дальнейшие события неизвестны, как дальше развелся. Но факт остается фактом. То есть Прокопий Гаврилович, вот у него икона была, столкнулся он с реальными возможностями иконы. Второй уникальный случай – это когда Анатолий Петрович рассказывает, что
буквально в прошлом году, если я не ошибаюсь, когда ложили остатки руины вот того этих очередей, там медпункт, фельдшерский пункт, еще что-то такое, ложили остатки стен, Прокопий Гаврилович вышел к нам на свет Божий. К этому времени как раз и я нашел его, и когда я весной пришел и стал спрашивать, а где церковь? Я не узнал, я не думал, что это может быть церковь. Я из Киева. Я не привык. Я не видел этого. Я не узнал. Я пошел к соседям. Соседи меня говорят, да вот же церковь. Сейчас. И когда я рассказываю, кто я, мне говорят, так мы нашли ему памятник. Я остолбенел. Я был поражен. Это не чудо, называйте как хотите, но это удивительные вещи, которые происходят с нами и происходят с вами. И вы свидетели, то есть они происходят и с вами. Поэтому я бы хотел обратить внимание на то, что вот та церковь, которая сейчас есть, она, наверное, нехорошее слово, может, недостойно, но во всяком случае, мне кажется, надо как-то подумать о том, чтобы восстановить церковь, потому что красивейшие места, посмотрите, изумительные. У вас уникальное ваше село. Здесь ваше село описал ничего Левицкий. Кто еще? Где о селе так много с вашим селом было связано? Нет. И такая церковь, я думаю, что в первую очередь громада должна подумать и изъявить желание, а после этого, наверное, можно будет как-то решать этот вопрос. Но должна быть воля народа, воля прихожан для того, чтобы сделан был этот правильный шаг. Второе, я бы хотел сказать, школа. Жалко, очень жалко, что школа не пришла, что не пришла.
пришли детки, потому что детки – это некрасивое слово, это наше будущее. И все, над чем трудились в этой жизни мы, над чем трудились наши предки, все это передается в следующие поколения. Я думаю, им бы было бы важно, поучительно и интересно знать, что происходит на их земле. А для того, чтобы детки наши были здоровыми как физически, так и духовно, я думаю, что им надо в этом помочь. А помочь им в этом, наверное, одно из решений этого вопроса – это надо детям рассказывать, говорить, учить их христианской грамоте, учить их морально и эстетическим каким-то вещам, тому, чему учит нас церковь. И, насколько я знаю, хорошая была практика в прошлом или когда в прошлом году, когда начали преподавать детям закон Божий или христианские какие-то, но потом этот вопрос снят. А его можно возродить потому что периодически деткам задает вопрос, а какие бы вы хотели изучать науки, кроме основных. И если родители помогут им правильно сориентироваться и помогут, и скажут, что мы хотели бы изучать основы христианской этики, морали и так далее, тогда, может быть, школа через районные какие-то организации нашла бы у себя часы для того, чтобы возобновить эту практику. Опять-таки на это должна быть ваша воля громадян. И последнее, я хотел бы обратиться к вам. Надеюсь, вы передадите мои слова своим знакомым, родственникам. У нас очень много, у вас очень много. Я говорю уже и о себе, потому что я связанный здесь частый гость.
есть я вижу, как очень много интересного материала, и никто или очень мало об этом знает. А недавно, побывав на в селе Мартусове, где я говорил, где начинал учительскую деятельность Прокофий Гаврилович, меня приятно удивили, когда батюшка привел меня, подвел меня к местному бывший директор школы, местному исследователю. Говорит, у нас какая книга, посмотрите. Я посмотрю. Книга небольшая, красивая, замечательная издание о селе Матусов. И там все, начиная от истории и заканчивая современными событиями. То есть вся историческая суть села, она в этих книгах. То есть это книга и о предках наших, и о ваших родителях, и о вас. Если у вас где-нибудь остались фотографии или какие-то документы о селе, воспоминания, принесите их, передайте отцу Ивану, передайте Надежде Васильевне. Это будет все собрано, объединено, скомпоновано, обработано. Мы вернем вам обязательно эти материалы, перефотографируем их и вернем. Но эти материалы могут стать основой вот той летописи села, о которой я только говорил. Еще раз всем большое спасибо. Спасибо вам за вашу работу. Цей пам'яток є пробудження нас до того, що ми дійсно стали, подумали, от проїжджаємо Хохітвуту, проїжджаємо Богослав'я, бачимо, які храми прекрасні. У нас поки що є приміщення, хоча воно вже посвячене під храм. І в ньому звершується богослужіння.